Не так давно наша могучая держава отмечала день рождения великого поэта и по совместительству прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Но, как оказалось, сей светлый праздник может посещать не только великих людей, но и улицы, именами которых они названы. Традиции отмечать каждую последнюю субботу июня день рождения творческой жизни дома номер 10 на Пушкинской улице Петербурга уже 10 лет. Именно в 1989 году этот дом был заселен независимыми художниками, музыкантами, экспериментальными театральными коллективами и другими деятелями современной культуры, объединившимися в фонд «Свободная культура». Евгений, вы являетесь вице-президентом товарищества «Свободной культуры», да, скажем так. А как давно оно существует? Товарищество вот в том виде, в котором оно есть, оно существует 10 лет. То есть первоначально был художниками, которые имели очень большой опыт неофициальных выставок в советское время. И поскольку им негде было работать, вот произошла такая акция захвата такого большого дома, который был поставлен на капитальный ремонт, который как бы оказался не удел. И туда собрались те художники, которые занимались организацией тех выставок, они, так скажем, сорганизовались и создали такую очень жизнеспособную структуру, которая даже в тех условиях существовала, делала выставки, было много галерей, собиралась коллекция и участвовала во всех мероприятиях городских и зарубежных выставках и всяких. Помимо общественных туалетов и распития спиртных напитков, на Пушкинской 10 все-таки иногда писали музыку, рисовали довольно неплохие картины. Сюда же неоднократно наведывался и питерский ОМОН. Но в связи с близостью Московского вокзала сюда вели все пути провинциальных самородков и прочей творческой интеллигенции. В общем, Пушкинская 10 жила. Каждый знал свое место в углу, и каждый угол знал своего хозяина. Предыдущие дни рождения дома, как правило, проходили бурно и сопровождались разнообразными выставками, акциями, перформансами, а также непрекращающимися 8-9-часовыми концертами. В настоящее время ситуация изменилась. После капитальной реконструкции дома в 1998 году «Свободная культура» переселилась в отреставрированную его часть. Так был создан культурный центр «Пушкинская 10». У нас организация некоммерческая, у нас Все акции, которые проходят, они бесплатные. У нас есть единственный в России музей нонконформистского искусства. Вот. И вообще этот центр пока, даже в Москве такого. Как вы думаете, в мире есть аналоги тому, что существует на Пушкинской 10? Вы знаете, да, мы как бы являемся членами разных европейских ассоциаций, вот таких не государственных учреждений культуры, но мы на них совершенно не похожи. То есть у них это все на уровне идет какого-то развлечения, знаете, каких-то сквотов. У нас нет. Мы делаем нормальный европейский центр. Культурный центр, да. Прежде всего. К сожалению, Большой двор, ранее служивший местом проведения предыдущих праздников, был утрачен. С другой стороны, просторные и светлые экспозиционные площади культурного центра, а также возросшие международные культурные контакты открыли новые возможности, формы и перспективы. Насколько часто к вам заходят люди, которые, в общем-то, вышли отсюда в свое время, вышли как большие художники? Борис Борисович, я знаю, очень любит живописи, Вячеслав Геннадьевич Бутусов. Насколько часто они общаются с вами, скажем? Со мной общаются часто. Борис Борисович имеет здесь студию, Бутусов тоже имеет студию, и Шевчук имеет студию. В конце традиционно о планах на будущее, чтобы дать людям такие наметки о том, что может происходить в этих стенах в ближайшее время. Вы знаете, у нас настолько плотный график вообще всех культурных мероприятий, что мы уже сейчас сами начинаем задумываться, что, может быть, их надо делать как-то поменьше. А вообще вот фестиваль закончится, будет небольшой промежуток, и, там, скажем, может быть, 2 недели в августе, и все начнется сначала. Выставки, перформансы, концерты. Вот в нашем кафе проходят. Здесь играют лучшие музыканты города, не только известные, но и молодые музыканты. Я вам скажу, интерес очень большой у разных, скажем так, людей разного возраста.
Естественно, что пребывание в этом несомненном магнетическом месте Санкт-Петербурга, а тогда еще Ленинграда, не могло не отразиться в душах и сознании наших великих. По поводу сегодняшней тусовки к Пушкинской 10, вы вообще имели отношение к тому, что там происходило, и вообще, что для вас лично Пушкинская 10? Ну, Пушкинская 10 для меня очень много значит, потому что мы там долго тусовались, ну, так, и жили там одно время, и там даже репетировали. И на самом деле мы должны были здесь играть, потому что этот концерт должен был 2 дня, должен был быть 2 дня. Да. Вот второй день как бы сократили. И поэтому вот второй день мы оказались во втором дне. Значит, мы немножко хуже аквариума. Сергей, ну, давно не слышно вообще, чем занимаетесь. Вообще существует сейчас команда, группа? Вообще? Есть какие-то концерты, выступления новые, может быть, какие-то тенденции? Вот, существуют очень новые тенденции, потому что у нас сейчас играет гитарист, который, ну, гитарист всех времен народов, Игорь Романов. «Земля в иллюминаторе», если кто не помнит, это он. «Земляк в иллюминаторе», да, вот, из группы «Землян». Потому что пока у меня была проблема, ну, я был в некоторой аварии, 1,5 года я был в реабилитационном центре, там, сижу, там, восстанавливал ногу. Сейчас уже как бы все нормально, песня есть, новый альбом есть, все уже готово, все сделано. Все заключается в том, что после 17 августа, сами понимаете. Денег нет, как всегда. Это вообще беда, да. То есть выпустить все это можно, но мы сейчас думаем, решаем, то есть есть предложение, но мы хотели бы приехать в Новгород, если честно. Пушкинская 10 – это вообще такое место культовое. Там всегда, так или иначе, каждого из нас в определенном состоянии бодрости заносило в это место. То есть либо это была студия, вот у меня был приятель Андрей Лисин, у которого была там студия звукозаписи, мы там работали немножко, либо это Коля Васин, его офис и вот эти Beatles Station, либо это Фишфабрик. Ну, то есть Пушкинская – это то место, куда каждый попадал довольно часто. Как вы думаете, насколько существенную роль в культурной жизни Питера играет это место? Ну, это важно. Такие места есть в каждой культурной столице европейской, и нам грех не иметь такое место. И чем больше... Очень обидно, что там мало всего осталось, но выглядит оно теперь поприличнее. Все это... Нет, это очень хорошо, что оно есть, это место. Борис Борисович, ну, конечно, все это приурочено к десятилетию Пушкинской 10, но и хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этого места в Санкт-Петербурге, поскольку, я думаю, что для вас сыграло, ну, немаловажно. У меня замечательное мнение об этом месте, потому что мы там 5 или 6 лет уже работаем, или 7, очень давно. И все, что мы сделали там, в этом, в 90-х. А то в состоянии, в котором пребывала Пушкинская 10 буквально, ну, 2-3 года назад, вас не пугало, никогда не устрашало, ведь фактически превратилось... То, что было 5 лет тому назад, меня тоже не пугало. Меня ничего не пугает. Мне важно, чтобы люди были хорошие. Но самое яркое впечатление, если, конечно, трудно сообразить, я понимаю. Да нет ярких впечатлений, есть впечатление того, что там можно работать. Это замечательно. Желать обрубу, стареющий юноша, в поисках кайф,
очках своих вершили вопрос и поливают вином. Это выписано с прицельным вниманием кредит электрический. Вот в вашей музыке вообще, скорее всего, наверное, и движет идеология большей частью, я так полагаю. Я не знаю никакой идеологии, ни одной идеологии не знаю. Я пропустил этот предмет в школе. Ну, у вас, понимаете, просто такое ощущение, когда слушаешь вашу музыку, причем различную, что совершенно различные влияния даже, ну, скажем так, религиозные переплелись какие-то, может быть, и христианство, и что-то, от индийской философии, что-то в духе, просто путаешь, если честно. Вы вообще вот верите во что-то? Верить не нужно, нужно знать. Не нужно верить, что 2×2=4, это проще попробовать и убедиться. А у вас твердое знание по поводу? Да, у меня твердое знание. Устать и искать покой, она не знает, что такое покой. И это все равно ей будет сниться по ночам. Тот дом, что обойден бедой, а наяву служит звездой и бой. Вступаетесь на фестивале, посвященном 10-летию Пушкинского, 10, а вообще как бы отношение имеете к этому месту? То есть, если да, то какую роль сыграла? Хорошую роль. Знакомство с... Имеем. Ну, в смысле, знакомство с творческими людьми или вообще, то есть, как там, тусовка, ну, просто атмосфера? Да, мы репетировали, собственно, в здании Пушкинской. Всеми силами. Если бы не мы, то они попали. И благодаря всяким открывшимся контактам мы нашли что-то для себя. Наступающим 2000 годом.
как получилось так, что вы приехали на фестиваль, посвященный десятилетию нашей знаменитой Пушкинской 10? Спасибо Соросу, спасибо Милане, организатору в Пушкинской 10, культурному организатору. Спасибо группе Оля Лукоя, которая нас представила Милане. Вы сами живете в Будапеште? А там есть заведение подобное тому, что находится на Пушкинской 10? К сожалению, нет, и непонятно почему. Наверное, может быть, там как-то другие, или другие люди, или другие законы, но вроде на Западе такие места есть. Здесь такое место или такие места наверняка еще другие есть. В Венгрии были попытки, было одно такое место, которое потом с помощью государства и сделали из него хороший такой культурный центр, но он уже не то, что Пушкинское, то есть он не такой, не самоорганизующийся. А насколько в Венгрии вообще распространена свободная культура, арт-культура, которая находится в такой своеобразной оппозиции коммерческой музыки? Есть, например, одно, ну, были разные, разные, разные... Много уже... Дискуссия, да, развивается. Тоже я сначала сказал, что ничего, людей ничего не интересует. Он сказал, что есть такое свободное радио, кстати, по-моему, такого нет в Петербурге, может быть, есть, я не знаю, которое совершенно самофинансирующееся и играет совершенно без реклам, и только ту музыку, которая им нравится, и какой-то определенной группе людей, оно очень популярно. И кроме этого, есть, естественно, есть группы, есть какая-то жизнь. Ну, в то же время сказали, что тоже, по-моему, согласен, что не надо жить для того, чтобы бороться с кем-то, быть против кого-то, там, скажем, нас просто не волнует так называемая коммерческая культура, потому что это не культура, это совершенно другой вопрос, это способ делания денег. То, что... И не более того. Конечно, то есть это нас не смущает. Вот здесь, что сегодня здесь происходит, это пришли люди, кто-то что-то делает, делится с чем-то. Это все хорошо, это нормально. Вы играете некоммерческую музыку, это музыка, которая не приносит никакого совершенно дохода. Вы играете для себя, для собственного удовольствия, но и для людей, которые приходят вас слушать. А на что вы живете? Вы занимаетесь чем-то побочно, то есть музыка не является вашим основным занятием? У всех работа, так что это не представляете так, что вот мы так себе живем и свободно и смотрим на небо и делаем музыку. Все ходят на работу и 100% свободного времени отделяют этой музыки. Вот сейчас мы в отпуске, в принципе. Как по-венгерски будет спасибо? Костя. Кюсану. Замечательный концерт. Пушкинская 10. Замечательное место, где все тусовались, все тусуются и, надеюсь, будут тусоваться. Привет, Волга. Вот. Но сейчас это все-таки Пушкинская 10 первого слова более такое цивильное, сказал, место. Стены покрасили, ванну поставили, воду горячую включили. Отлично просто. Что плохого-то? Мне нужно, извиняюсь, в сортир ходить на улицу, да? Это было плохо. Это было плохо, но сейчас же нормально. Ну, конечно, это не означает покраска стен, не означает изменение сознания в человеческих душах. Не означает ни в коем случае. Все равно дух-то остался. Пушкинская 10 – это неожиданный глоток свободы, который получил андеграунд в самое смутное время, когда свобода еще не означала умение жить в ней. Этот ковчег позволил его обитателям освоиться в новом непростом мире. Его дальнейшая жизнь – залог того, что культура Питера никогда не станет коммерческой до конца, потому что на его борту всегда найдется место для тех, кто делает первый шаг. Юлий Рыбаков, художник, депутат Государственной Думы Российской Федерации.